радовать. А знаете, самое интересное, в Узбекистане, например, тоже мусульмане, но запросто поменяют обратно имя. Я пошла менять свое имя. Мне сказали, фигушки тебе. Проехали, они сказали, один раз мусульманство вступаешь, имя больше тебе не вернем. Поэтому я, когда отсюда выезжаю, билет у меня Ирина Назарова, они мой паспорт Марьям, смотрят, печать ставят, ну туда я уже заезжаю, как, короче, в общем, некого, это целое, это не говорит, это, конечно, ужасно. И у детей здесь я в паспорте написано «Мама Марьям», а там в паспорте мама Ирина. Если я захочу что-то им отдать, например, ну, наследство в России, ну, у меня мама там живет, докажи, что это я. Очень трудно. Вот, это меня муж обманул, потому что можно было по-другому. Вот, и если все-таки мужчина иностранец берет иранку, никогда ему здесь не дадут этот документ, только вид на жительство. И каждый год он этот вид на жительство меняет. Будут менять, нет отмены. Дети рождаются, становятся иранцами, но дети уже не их собственность, не государство, потому что по папе. Поэтому, если они там что хотят, то проблем... Не, они живут на общем уровне, но все равно считаются по